В Гродненской области создана группа для мониторинга готовности школ к учебному году. Итоги первого дня рассказал Юрий Караев, помощник президента-инспектор по Гродненской области. Эта тема всегда на особом контроле, однако недавно глава государства Александр Лукашенко раскритиковал готовность школ к учебному году, заявив, что имеется много недочетов, а времени на устранение ошибок почти не осталось. Не везде по стране решен вопрос подвоза ребят, есть нарекания к качеству учебников, да и элементарно собрать ребенка в школу, не всем по карману. Цены на школьный ассортимент берут под особый контроль. В школах Гродно комиссия отметила системную работу летом. Отметили реакцию руководителей учреждений образования на недочеты. Многое уже устранено. Кроме того, особое внимание уделили безопасности. На месте Юрий Караев проверил реагирование сотрудников департамента охраны после нажатия в школе тревожной кнопки. И через 2 минуты, и еще через полминуты с разных сторон прилетели 2 наряда департамента охраны, полностью экипированные парни. Видно, что заряжены на выполнение задач, с такими умными, быстрыми глазами. Но у меня скорость их прибытия очень удовлетворила. Тоже немного поговорили с ними. Видно, что давно тренированы, проинструктированы, знают, как действовать. Отмечу и скорость прохождения сигнала, и четкость. После первых мониторингов поставлены задачи сотрудникам инспекции по охране труда и комитету по труду и соцзащите Гродненского облсполкома. Они впервые привлекаются к таким мероприятиям. Они проверят производственные мастерские, уголки охраны труда. Привлечены руководители ведомств областного уровня или их заместители. 28 августа уже будет полная картина с устраненными на 99% недостатками. Задача, чтобы в Гродненской области не было замечаний.